Всем привет, друзья! Я обычный, как и все, таксист Петрович. Я очень люблю много дорога, но когда дорога за дорогой, идиот за идиотом, приходится иметь у себя целую страну китайских друзей. И когда я по-дружески подошел к ним с пистолетом зажигалки спросить газу, они мне любезно предоставили бесплатно вот этот вот видеорегистратор. А с домом 11 отлично снимает ночью, отлично снимает днем, разрешение Full HD 1080R. И я даже не представляю, насколько это крупная сумма. Я больше 750R не зарабатывал. При желании вам даже могут добавить в комплект камеру заднего вида и комплект жесткой посуды или жестких изделий. У регистратора 3-дюймовый сенсорный кинескоп и встроенная батарейка на 250 мач. Очень хороший и недорогой этот видеорегистратор, ну а я, друзья мои, так и не заправил свой пистолет зажигалку, поэтому пойду в следующий магазин. Слушайте дядю Петровича, всем adios.